Тамадидевам Пурушопуранам Тамалварнам Зитаватарам Апар Сансара Самандрасетум Бхаджаммахи Бхагавату Сарупам Ямнавайаннаманапетамапетакритвам Дайпаяна вираха тарваджухава Путрети таннамая тая тарво винедун Тан сарба бхута хидаям Мунимана тусми Хари Кришна, Хари Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Хари Рама 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 Хари Тадева Раммам Учидам Навам Навам Тадева Сасьятаману Сумана Савам Тадева Сокарна Басосанам Нинам Джадуттама Сроку Джасо Нугияти Тадева Раммам Учидам Навам Навам Тадева Сасьятаману Сумана Смаха Савам Тадева Сокарна Басосанам Нинам Ядуттама Срока Джасо Анугияте. Гаурия Гоштипати Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Гаурия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те, кто хотят совершать Кришна Бхаджан, те, кто хотят совершать Кришна Бхаджан, они не могут жаловаться на что-либо. И вот Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те, кто совершают Кришна Бхаджан, они не должны жаловаться на что-либо. И особенно те, кто совершают Рагануга Бхаджан, особенно это касается их. И вот те, кто поклоняется Нандананда Шри Кришне, то в итоге они возвысятся до Рагануга Бхаджана. И вот Шрила Прабхупад говорит, что они не должны иметь, они не должны жаловаться на что-либо, поскольку если у них есть жалобы на что-то, то это указывает, что они не совершают бхаджан по-настоящему. Та ситуация, в которую мы попали, мы должны быть довольны ею. Это Кришна организовал для нас. И поэтому мы находимся в такой ситуации. И вот можно вспомнить, вчера Махарадж говорил о том, что хотел сказать Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад говорил, Кришна Сева и Кришна Према, они настолько могущественны, что все этические нормы, моральные нормы, какие-то общественные нормы, они становятся бесполезны. И вот если мы привлечемся такое Кришна Сева и забудем о всех наших обязанностях, то в этом случае общество, оно может критиковать нас, что мы оставили все свои общественные обязанности и занимаемся только Кришна Севой, но пускай это общество говорит то, что думает, а какое дело нам до них.
И в этом и есть красота Кришна Бхаджана. Если мы начнем совершать Кришна Бхаджан по милости Рагануга Бхакты, то в итоге мы обнаружим себя. В океане трансцендентного блаженства, и тогда никакие проблемы не затронут нас. Это невозможно. Я уже вчера говорил много вещей. Есть много правил и предписаний в этом, на пути Видхи Бхакти. Поскольку естественное состояние души, оно не явлено полностью. И вот естественное состояние нашей души, оно не явлено полностью, чтобы показать огромное желание совершать Кришна Севу любой ценой. И в нашей жизни нет еще такого огромного желания совершать служение Кришне любой ценой. И поэтому Гурварга, они дают нам какие-то правила, предписания, которым мы должны следовать. И вот мы должны так соблюдать Экадаши, поливать туласи, служить божествам, как-то воспевать святые имена различные, совершать дампарикам и прочие такие составляющие бхаджана. И много раз я говорил уже, что Шрила Саччитананда Бхактивинода Тхакур, перед тем, как оставить этот материальный мир, он хотел отдать свои обязанности Шриле Прабхупаде. Он сказал ему, чтобы он опять утвердил Варнашрама Дхарму, опять начал ее и начал совершать Дхамма Парикраму. Нет ничего более великолепного, чем Дхамма Парикрама, поскольку Дхамма — это Нитьянанда Татва Сандини Шакти Пракаш. Проявление сандхини шакти у дамы есть особая милость. И если мы совершаем эту парикраму под руководством чистых гуру и вайшнавов, можно вспомнить, я уже говорил о том, что Джива Госвами Пад, он получил возможность совершать парикраму под руководством Нитьянанды Баладева, который олицетворяет собой гуру-татву все время. Мы должны быть очень внимательны, осторожны о гуру-татве. И любое отклонение от чистых гуру-вайшнавов, от их пути, оно принесет, может принести большую опасность в нашу жизнь. И это главное предостережение. И также я сказал, что как это было возможно для Наротама Такура совершать Дхамма Парикраму под руководством Шринивасачарьи и Ишан Такура. И таким образом парикрама мы должны совершать ее под руководством чистых гуру и вайшнавов. Если мы не совершаем дама парикраму под руководством чистых гуру и вайшнавов, то в этом случае мы можем совершить ошибку лотосным стопам дамы, не только дамы, но и всему трансцендентному, что здесь есть, деревьям, Ганге, Ямуни и прочим растениям, обитателям Дхаммы. Это опасно для нас, если мы как-то осознанно или неосознанно оскорбим их. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он не был готов, а он не,
не позволил Джагаддананде Пандиту отправиться во Вриндаван, он не позволил ему, поскольку вопрос Раджа Бхава возникает. Много людей совершают какой-то Рагануга Баджан, но они выглядят, как будто они совершают Рагануга Баджан, но кто знает, на самом деле. И вот если мы хотим совершать Рагануга Баджан, мы должны привыкнуть к этому поведению в Раджавасе. В Раджавасе, их поведение, их сердце, мы все должны принять сердцем их такой образ жизни. И если мы будем находить какие-то недостатки в Раджавасе, то мы не сможем жить в Раджа-дхаме. И вот можно вспомнить однажды, когда Пундарик Видьянитхи, он обнаружил какие-то недостатки у служителей Джаганатха, в частности о том, что какую-то новую одежду перед тем, как ее, ну, если только купили, то нужно ее сначала постирать, и потом только одевать можно, и тем более предлагать Господу. Есть исключение, конечно, какой-нибудь шелк там и прочее подобное, то оно чистое, и его не обязательно стирать перед тем, как предлагать Господу или одевать. Но такое правило обычно, что нужно сначала постирать, и потом можно использовать только, ну и тем более предлагать Господу. И Пундарик Видьянитхи, он вроде ничего плохого не делал, только вот заметил, что эти панды, они новую одежду они не стирают, а сразу предлагают Джаганатху. Или использует ее как-то в служении Джаганатха, и ему это не понравилось, он выразил свое недовольство этим. И тогда Джаганат и Баларам, они пришли к нему во сне и начали бить его по щекам, давать пощечину. И утром он проснулся, видит, что щеки у него все красные от ударов. И он не знал, что им ответить. Его спрашивали, что случилось. Он сказал, что я вот в храме Джаганатха, я нашел недостатки в служителях, то, что они предлагали накрахмаленную одежду Господу, не постирав ее. И вот сейчас они явились ко мне во сне и дали мне пощечин. И сказали, что это не мое дело. Это... И он решил, что хорошо, пускай эти служители Джаганатха делают, что хотят, поскольку это их деятельность, скорее всего, одобрена Господом. И с тех пор Пундарик Видьянитхи, он понял, что такое Враджа-дхама. И вот особенно, когда Махапрабху являет какую-то лилу сложную для понимания, и мы используем этот термин «Нилачала Враджа Мадхури». Этот термин используем, что он значит. В Нилачалдаме вся сладость Мадхури, великолепие Враджа, оно проявилось. Кем проявилось? Кришна Чайтанья Махапрабху. И, а кому же мы следуем, если мы хотим совершать Рагануга Баджан, то кому мы должны следовать? Мы должны следовать Махапрабху. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он совершил такую лилу.
Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура, он вынужден был сказать такие слова, что там, где Шичитанья Махапрабху являет свою наивысшую бхаву, наивысшее чувство в Раджа Према. Это было в Нилачалдаме, и поэтому для всех Гауди это наивысшее место. Это наивысший источник Рагануга Баджана, но далеко не все понимают это. Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, что Пурушоттама Дхама Пури это наивысшее место Рагануга Баджана, там, где Шри Чайтанья Махапрабху являл свои лилы. И мы уже знаем, где жил Шри Чайтанья Махапрабху. Он жил только во Вриндаване, и Сварупа Госвами и много великих преданных. Они говорили, что где бы Махапрабху ни жил, это место, но становится Вриндаваном. И вот Махапрабху, где, когда принял саньясу и отправился во Вриндаван с огромным чувством, и вот он так шел, 3 дня ничего не ел, но преданные начали беспокоиться, как удержать Господа от того, чтобы он ушел во Вриндаван. И Нитянанда, он придумал, как это сделать, он пошел вперед, и по дороге пастухов, которых он встречал, он говорил этим пастушкам. Что если Махапрабху спросит, где во Вриндаван дорога, то покажите вот сюда. То есть вот наоборот. И вот когда Махапрабху, он был в Баве, он проходил мимо того места, спрашивал Вриндаван, с какой стороны, ему говорили, вот туда идти. И он послушал совет и пошел, и в итоге вернулся в Навадвипу. И он пришел, увидел Адвайту и спросил, откуда ты знаешь, что я во Вриндаване. И после этого Адвайта Гасай сказал, где бы ты ни был, это место есть Вриндаван. И после этого Нитянанда, он понял, что его не туда отправили, и поэтому он вернулся во Вриндаване. Адвайта Гасай сказал, что нет, они правы, ты во Вриндаване. Оно просто с другой стороны Ганги. There is Ganga, and this stream you have taken bath in this stream. Тут, there is Yamuna. Что с этой стороны? Yamuna, с той Ганга. Поэтому все правильно. Мы очень удачливы, что ты пришел сюда, и после этого. Когда ты. И вот он говорит, что давай прими омовение, вот свежая одежда для переодевания. И так Махапрабху в Шантипур пришел, и вот действительно, где Махапрабху находится, это Вриндаван, особенно там, где Махапрабху хотел явить сокровенные бабы. Сокровенное чувство в Раджа Премы, то там каждую часть секунды Махапрабху, он хотел явить ту или иную бхаву, чтобы показать, что такое в Раджа Према огромная любовь к Шри Кришне. И также говорится, что во время того, когда Радхарани Кришна был во Вриндаване, то такое чувство было там.
Но здесь является какое-то чувство, которое больше, чем то, что было во Вриндаване. Поскольку здесь Радхарани находится в Гуранге Махапрабху, и чувство Радхарани также. И также Нанда-Нандан Шри Кришна, он тоже полон любви. Он хочет... И вот Махарадж сейчас вернется к учению Шримана Махапрабху, чтобы мы смогли подготовиться для того, чтобы узнать о Рагануга Баджане. Видхимарг, он не опасен, он прекрасен, и с помощью Видхимарга можно обрести какие-то полезные привычки для нашей духовной жизни. И также с помощью этого Видхимарга такие великие вайшнавы, они обрели Враджа-бхаву. Но чтобы занять наше служение, особенно Годи Мадх, он Гауди Матха есть такая обязанность, это нести учение Шримана Махапрабху в первозданном виде. Везде, в каждой деревне и в деревне и городе все будут повторять мои святые имена. И вот это пророчество Шримана Махапрабху настало явью с помощью Гауди Матха. И вот когда Шрила Прабхупад начал проповедовать, сколько посвящения, сколько сил они приложили для проповеди, результат мы видим сейчас через помощью нашей Гуру Парампары. Они, несмотря на множество трудностей, они проповедовали послание Шримана Махапрабху, они проповедовали Гауравани. И поэтому сейчас у нас есть возможность, мы видим так, что происходит. И вот я говорил, что Гауди Матха — это место, как Рупа Госвами Пад говорила о нем такими словами. Not some, most of the envious people, they are indicating that Gauriamat, they are showing excesses. They are doing bhajan, they can go to forever, they are making so much big problem. Вот какие-то люди критикуют Гауди Матх, что зачем они строят какие-то большие здания, организуют большие пиры, зачем это надо, лучше шли в лес и занимались там своим бхаджаном. Но Шрила Прабхупад говорит, что все, что делает Гауди Матх, все большие праздники, которые он организует, большие храмы, которые строит, и весь стиль арчаны, пуджи и всего остального, что происходит в Гауди Матхе, это для чего? Для того, чтобы Нанда-Нандан Бхагаван Шри Кришна был доволен. И также есть какие-то сокровенные тезисы, каковы они. А чтобы привлечь каких-то
людей для того, чтобы они следовали Гауди Матху, поскольку без Айшвари, без такого богатства и величия, великолепия, не все могут привлечься чем-то таким простым. Поэтому Гауди Матха делает такие величественные большие храмы и все остальные деяния. Но Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорил, что не нужно строить слишком большие храмы, которые вам не по силам, иначе вы можете потерять свой баджан. Но когда Шрила Кешава Госвами Махарадж открывает какие-то большие Гауди Матхи, то это по его силам, поскольку у него больше силы, больше возможностей. Вот можно из наставлений Кришны можно вот найти, что Кришна советует нам строить большие храмы в его честь. Но Шрила Бхактивинода Тхакура, он говорит, что не нужно этим заниматься, мы можем потерять наш баджан, если мы будем отклонимся от... А если будем заниматься строительством каких-то больших храмов, то нам деньги понадобятся, надо будет какие-то коммерческие эти помещения строить, типа гостиницы и прочее. И вот вместо служения получится, что мы бизнесом занимаемся. И поэтому смысла таких больших построек нету. Касмат бхаджанти дханадарма дандхан. Касмат бхаджанти, why? Касмат бхаджанти дханадарма дандхан. Дханадарма дандхан. They are blind. They cannot understand the dignity of Sadhu Guru Vaishnav. They can think they are beggar, they have come to me. So take money. This way those rich men always try to buy you. Rich men always try to buy you out of their money power. This we cannot allow. But so powerful devotee, I mean Nitya Siddha Parshad, like Kesava Goswami Maharaj, you know, Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, their case is totally different. They are not going to catch the lotus feet of any rich man. Swami Maharaj, великие вайшнавы, они никогда не льстят каким-то богатым людям или каким-то могущественным людям, чтобы получить что-то от них. И я уже много раз говорил, что льстец никогда не может быть проповедником. You know, feel this, that, there can be litigation. Different kind of litigation can be there. And policemen also come to take some bribe from you. They're always going on this system. You cannot get still. But I'm income tax officer also following you in hotel because you are not going to any mandir. If you are going to come back from temple, here and there you're going to want 5-star hotel. But I'd like to go. He has so many money, this, that, also you need security. Not going in temple. Usually they are going to enter into hotel. Where we like to spit. Hotel, there is all material people. There is contamination. You cannot even touch anything there. But they are going to go. There is a system. There is always an everywhere temple is not there. And income tax people going to follow you. Big problem. И вот Махарадж сейчас расскажет случай с участием Шрилы Шридхары Госвами Махараджа. И вот Шридхара Махарадж часто говорил, что не нужно строить какие-то большие храмы. Гуранга Махапрабху, он дает нам шанс жить здесь, в Куладвипе, и совершать баджан. Куладвип – это аппарат баджан-пад. Это то место, где прощаются все оскорбления. Это особое место.
И вот Шридхар Махарадж говорил, что нужно быть довольным то, что уже Кришна послал, и этого достаточно. Но преданные не послушали, начали строить что-то там еще и еще. Но проблема сейчас... Но у них была такая проблема, что они свой храм не могли контролировать, но начали строить другие в других местах. И вот однажды какой-то Махарадж был на проповеди. И вот он в какой-то стране был, где был их храм, и он пришел, и там закрыто было. И он в магазин напротив зашел, спросил, что случилось, а там сказали, что пуджари утром приходит, а те проводит и уходит, а так... Ведь день и ночь храм на замке обычно. И вот Сидар Дев Госвами Махарадж, он совершал баджан, и какой-то преданный пришел и сказал, что тут налоговые пришли, что-то надо. Then after that, looking at Sridhar Nrisimha Maharaj, he was 50% changed. Because usually in temple officers they are demonic character. They are not going to obey you. But when entering into that room and pay namaskar, when they enter and see the face of Sridhar Nrisimha Maharaj, налоговик, он пришел к Шри Шридхар Махараджу, поздоровался, увидел его, его сердце уже наполовину изменилось. И вот он пришел, сказал, что тут подозревают в неуплате налогов, и Шридхар Махарадж начал говорить харикатху, и так. Час прошел, этот офицер забыл, зачем он пришел. И вот он, Шридхар Махарадж, повелел кому-то угостить его прасадом. И в общем, он... И в общем, этот налоговик, он... сказал, что занимайтесь своим баджаном, он беспокоить их больше никогда не будет. Кришна, он в сердце всех живых существ, даже в нашем сердце или в сердце какого-то налогового инспектора, поэтому если Кришна доволен, то никто не сможет нам помешать. И вот как Шривас Пандит, он пел киртан очень тихо, и Махапрабху пришел, начал громко стучать в дверь, спрашивать, чем он занимается тут, что, почему боится. И Шивас открыл дверь, смотрит, Махапрабху пришел. А Шивас сказал, что если я буду громко петь, то кто-то пожалуется, и этот Кази накажет его. Even this kind of thing is also not there inside your heart. That Krishna can save us. Кришна, он может спасти нас в любой ситуации. All the time. Всегда.
И как мы можем совершать Рагануга Бхаджан? И поэтому Шрила Дев Госвами Махарадж написал книгу под руководством Рамануджачарьи. Эта книга называется «Прапамана Дживанамрита». Гуру Махарадж говорил нам, что мы должны изучать эту книгу, и мы узнаем много полезного для нас. Эта книга, она великолепна. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он пришел, присоединился к Гауди Матху перед Шридхар Госвами Махараджем и перед приходом Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, но он с великим энтузиазмом изучал биографию Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. И Шридхар Махараджа, и он читал их книги. И вот меня просил принести эту книгу Прабхана Дживанамрита и посмотрите, на какое мягкое сердце у них. И это зовется настоящей Тринадапи Бхавой. И вот что я хотел сказать, то, что наша Гуру Варга, они сделали, организовали для нас какие-то строгие правила и предписания, и все. И в Гауди Матхе можно найти их в практической форме. Но то, что сейчас происходит, это не совсем правильно. Но в Гауди Матхе во времена Шрилы Прабхупады все должны были следовать этим строгим правилам и предписаниям. Я слышал от Гурудева, что даже в Гауди Матхе какой-то преданный, у которого служение было просто подметать и все. Он тоже проповедник. Почему? Я от Гуру Махараджа узнал эту сиддханту, что в Гауди Матхе даже тот, кто подметает или что-то там убирает, он тоже проповедник. И как это возможно? И он такой, он пассивный проповедник. Те, кто проповедует, ездят куда-то, они такие активные проповедники. А те, кто просто моют посуду или подметают полы, они такие неактивные, пассивные проповедники. Это такая непрямая проповедь. Почему? Поскольку кто-то, если приходит в Гауди Матха, ворота Гауди Матха, они открыты для всех. Гауди Матха, для чего? Гауди Матха, он открыт для всех, и любой может прийти. Прийти в Гауди Матхе, у них будет возможность видеть возвышенных душ, возвышенных саду, взять какой-то совет и изменить свою жизнь. Можно не сначала встретить каких-то преданных Гауди Матха, которые подметают или моют полы, или еще что-то, если такой человек просто не будет себя плохо вести, просто выгонит таких людей, которые приходят, это... И такие люди, которые приходят, увидят, что нет никакого удовлетворения в сердцах этих участников Гауди Матха, а как же они обретут удовлетворение? И вот однажды... И поэтому все участники Гауди Матха, они должны себя вести достойным образом. И вот I can 50 rupees of clothes.
И вот однажды какой-то какой-то Махарадж съездил на запад и приехал вот на, потом назад в Мадхи и начал. Ну и начал платить брамачари за какое-то служение, чтобы они для него делали, например, одежду стирали. Вот говорил, постирай одежду, 50 рупий получишь. Потом какая-то женщина у нее появилась, он брамачари занимал в том, что они готовили и носили какую-то еду вот той матазе, той женщине, которую он его завел. Бабаджи Махарадж сказал, что если... если хочет ухаживать за какой-то женщиной, пускай сам ухаживает в открытую и не стесняется. Но потом этот пожаловался текущему руководству и с ним, как сказать, объединился. И вот в общем суть всей истории какова, что все участники Гаудия Матха, они должны вести себя достойным образом, чтобы те, кто... Те, кто... Какие-то новые люди, которые приходят в Гаудия Матх, чтобы они видели идеальное поведение всех участников Гаудия Матха. After offering over, you can come to know that today is Chana Rasa. Otherwise, you can look, this kind of kitchen cooking going on, Krishna cannot take. But they all gone against mine. What I mean to say, the Raganuga Bhajan is far away. И вот что Махарадж хочет сказать о том, что Рануга Баджан, он очень высок, и еще нужно достигнуть всего этого. Если какой-то бардак везде происходит, то как можно надеяться, что мы сможем совершать Рануга Баджан? Если мы не можем следовать Видхи Маргу, то Дарага Марга гораздо дальше и сложнее. И вот Гошти Баджан, он более практичен в Кали-югу, то есть такой буквально совместный баджан в обществе преданных. И вот Гошти Баджан, он более предпочтителен в Кали-югу, поскольку мы можем принять помощь от старших преданных, мы можем все вместе совершать какое-то служение, следовать определенным правилам и предписаниям, и участвовать в киртане, в харикатхе. И вот когда Махарадж был этим... To watch Arati in his con. I say, excellent! Everybody is Islam. He is not going to watch Arati there in his con. They are going to watch the dancing of Mataji is there. That's why. This way he used to give Pallas. All Mataji is with strict regulation. If there is 9 o'clock, I can close room at temple. That time it was there. It was back end. I cannot open. Be careful. Three Matajis, violating is coming.
left after 9 o'clock, I don't go. They are crying outside temple. Oh, open this. After crying for one hour, I open this your teaching. From there onward, I cannot allow you. Be careful, you have to follow strictly. Where you go, why you go, what's the reason? I have to speak everything. I'm so strict. After that, they give my one name to me. Sambhava is too heavy. All for it, too heavy. I say, okay, no problem. These were all restriction rules, three times. Pat Kirtan, Harikatha Kirtan, everybody. If somebody not coming to attend Arati morning time, I can offer demands. I'm sick. If sick, okay. I can allow. If not sick, I can watch 3 days. After that, prasadam is locked out for him. No prasadam. Without prasadam, you have to stay. So strict I was. So this way, strict regulations will be there. И вот на пути ведхи мага мы должны следовать строгим правилам и предписаниям. А просто если читать и слушать Расалилу, то это мало, это не поможет. Сначала мы должны следовать всему, стать достойными ее слушать. Шридхарадева Госвами Махарадж. Evening time coming and paying dandavat to Siddharva Simha. Siddharva Simha, I told you to go away from temple, why you come back? You told me to go away. You told me to go away. You never told that don't come again. So I come to you. This is Guru Vai. So loud. Siddharva started laughing. Вот однажды Кришнадас Бабаджи Махарадж, он начал петь о Расалиле в храме Шридхар Махараджа. Шридхар Махарадж, он вышел и прогнал его. А через несколько часов Кришнадас Бабаджи Махарадж пришел, а Шридхар Махарадж спросил, зачем он пришел. Тот ответил, что вы выгнали меня, но не говорили, что не нужно приходить опять, и вот я опять пришел. Ну и Шридхар Махарадж сказал, чтобы он не пел больше киртан его Расалиле, и они даже не обиделись друг на друга. И вот человек Кешав Госвами Махарадж, он назвал свой матхи Давананда Годи матхом, чтобы мы помнили, за что Девананда Пандит был наказан. И также другое значение этого слова Девананда – это то, что великая радость, она есть в этом месте. И вот смотря с какой стороны смотреть, получаются различные так, значения этого названия. И вот такие великие личности, как Шридхар Дев Госвами Махарадж или Шрила Кешав Госвами Махарадж, они... они показали нам пример, и если мы хотим открыть храм, мы должны знать, для чего мы его делаем. Шрила Прабхупад говорил, что благодаря нашей власти, нашему богатству, если мы думаем, что мы можем построить храм, то это неправильно, это не та система. Храм нельзя открыть или инсталлировать. А Шрила Прабхупад говорит, те материалисты, они думают, что с помощью их власти или богатства они могут открыть какой-то храм, но это невозможно. Только по милости Гурваги и Нитинанды. И если по желанию Верховного Господа какой-то, только по их милости этот храм, он может явиться. Что значит храм? Это Нитянанда. Нитянанда должен там, это Анантадев. Иначе это просто здание будет какой-то гостиницы. Это не храм будет. Если там не будет, это не будет одобрено Нитянандой, то это не храм будет, а здание какое-то или гостиница.
вся наша гурварга, когда они призывают какой-то храм или божество, они, эти божества или храм, они уже явились в их сердце перед тем, как физически проявиться, как Шрила Шридхар Госвами Махарадж. Сарасват Гаудиаматха, он сначала явился в его сердце и потом проявился материально. Не думайте, что сочетание Сарасват Гаудиаматха – это какая-то конструкция из песка и цемента и кирпичей. Это не так. Сначала он явился в сердце Шридхар Махараджа и потом проявился физически. И вот сначала храм он является в сердце Ачарьи, и потом он физически уже проявляется. И вот для таких махапуруши, которые открывают, строят какие-то храмы, то для них никаких проблем нет, но обусловленная душа, их сила баджана, она мала, и много плохих и из недостатка должного руководства ничего не будет идти так, как нужно. То есть в храме в Мадхи много проблем, которые очень тяжело решить. Например, как управлять храмом, кто будет ачарь и прочие вещи. И вот если мы не находимся на строгом пути Видхимарга, то будет очень тяжело на следующем уровне. И вот на пути Видхимарга мы должны следовать всем правилам и предписаниям, и это следование, оно поможет нам возвышиться. И вот когда мы возвысились, то тогда мы обнаружим, что автоматически мы можем проверить на собственной жизни. Тут тогда вот И вот тогда можно И вот тогда, когда мы следуем им, то в какое-то время обнаружим, что эти правила предписания, они уже не действуют на нас. И ну, так через постепенное возвышение можно обнаружить это.
И вот перед тем, как начать эту расататву, вчера я был очень беспокоен также, что если мы совершим какую-то ошибку, это очень опасно, и поэтому я не могу позволить вам совершить какую-то ошибку или получить какое-то неправильное понимание Верховного Господа. Я буду напоминать вам, что когда Парикшит Махарадж начал слушать Харикатху, то Шукадев Госвами сказал: «О царь, ты обречен на смерть, и помни об этом, что ты можешь умереть в любой момент». Помни о том, что ты можешь умереть, и тогда в этом случае автоматически ты разовьешь отречение. Ты не будешь привязан к своему телу, поскольку будешь знать, что ты можешь умереть в любой момент. Я привожу пример такой, что если кому-то на суде вынесли какой-то смертный приговор, что завтра в 5 утра его повесят, вот вынесли так смертный приговор, и если тюремщик спросит, каково последнее желание, этот человек не будет знать, что ему надо, он только будет думать о том, что жить ему осталось совсем немного. И какие желания могут быть у него, и вот все. И все смертные люди, они тоже должны помнить всегда. Что жизнь, она не вечна. Некоторые вайшнавы, они приводят такой пример. И вот какие-то саду сидят с... We from small age we know my mother they arrange even morning time even with duna, duna is powder which is available. Duna one kind of stick atta adhesive from is dried up, it's called duna. So duni mean all the time fire growing. No scope of that fire can extinguish. No, they can allow the fire to day by day. No scope. I know myself. I've been there, the Jamuna tree, very hard journey. That long ago. There, when I reach there, I'm speaking some example so that you can. Because without example, if I go on speaking, doctor, you cannot remember. This tactics how you can digest. Follow. That's why in everywhere at present it is a system of teachings to the small boys KG1, Khande kindergarten to teach through articles. This is a pair, you see, they can remember. If you speak, they can remember. So I've been there. И вот Махарадж пример приводит с какими-то светильниками на и вот какой-то светильник Дуни называется, то ли печка, то ли светильник, непонятно, что там. Just previous night I got fever. I'm crying to Jamuna Devi, I come here by the mercy of Gurudev. If I cannot go, how I can leave? Then in the middle night time fever over. Morning time again. Heavy fever. Morning day. And all the way there is nothing, no problem. So when I reach there, last I discover
И вот мы как раз, когда был в Ямунотре, там какой-то йоги сидел. Он поклонился ему. Я увидел, что глаза этого йога были красные, сияющие. Он сказал мне что-то. И потом я узнал, что этот йог уже 40 лет сидит там и служит как-то в своем саду. А он кормит всех саду, которые там проходят мимо. То есть летом кормит, а зимой сидит в своей пещере и баджан совершает. И у него этот светильник светит, горит. Then I speak to Baba, and say, you can take anything from my storeroom and cook yourself. И вот Бабаджи Махарадж, когда... So we took this nice rope there, we give all rice, wash, put, and... И вот это, в общем, когда вот Бабаджи Махарадж с какими-то преданными пришел, то там все кончилось, этот йог сказал, что муж вот на складе взять, что нужно, и сами себе могут приготовить. И вот они, в общем, приготовили, и вот, ну, в общем, история о том, что какой-то светильник, который Дхуни называется, и вот этот Дхуни, он... горит и не тушится, то есть даже несколько лет может гореть. И вот это, что он символизирует, и этот огонь символизирует желание совершать баджан, желание достичь Верховного Господа. Почему Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он достиг такого большого успеха? Разве можно было это возможно без милости Шрилы Бхактивиданты Сарасвати? Но далеко, и вот такие великие вайшнавы, как Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, но далеко не каждый может стать таким. Они могут контролировать весь мир, а мы часто сами себя не можем контролировать. Only I like to see all the rules and regulations of Bhaktivinoda Prabhupada. I like to see and in applied form. I like to see in all modern mandir. This is not my fault. I like to see. So in this way, you see. И вот таким образом смотрите те великие преданные. Я вчера тоже говорил об этом. Как обнаружить, что наш баджан, он в правильное направление идет, и какой же признак? И вот вчера Махарадж говорил об этом, когда мы, у нас вдохновение в сердце возникает совершать какие-то обеты и следовать тому или этому. Any stroke I speak,
И вот любые шлоки, которые Махарадж произносит, они очень подходят к той теме, о которой он говорит. Харикатха — это великий пир для меня. Only this bandha I like, but you become angry, Maharaj not taking this, that. Less interested. No garden, no worship, only with here, Harikatha. Very young. Sit. Krishna Bhavajmar, you know? И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж, когда совершал баджан в Павансароваре, его хотели в больницу положить. И вот они взяли все-таки Махараджа и положили в какую-то больницу в Дели. И Кришнадас Бабаджи Махарадж оттуда убежал и вернулся в свой баджан кутир в Павансароваре. И вот, ну, в общем, он так опять в Нандаграм убежал, и вот это его такое настроение было. И Махарадж практически пример может привести. И вот кто-то приходил получить даршан Бабаджи Махараджа, этот Бабаджи Махарадж ничего не говорил. И вот когда кто-то приходил к нему, кланялись, то спрашивали, как здоровье у него, о Бабаджи Махараджа, имеется в виду. А он говорил, что идите, нет, не беспокойте меня со своим здоровьем. А почему? Поскольку этот преданный, который приходил, спрашивал здоровье, которое Бабаджи Махараджа совершенно не интересовало. Если кто-то приходил, кланялся и спрашивали, о Бабаджи Махарадж, у меня пришли к вам, чтобы спросить, как мы должны совершать баджан, можете ли вы что-то сказать? И тогда Бабаджи Махарадж, он оставлял харинам и говорил харикатху для таких искренних преданных. Because you are, you know, very nicely you can speak with people, eh? Madureno, Vasaneno, you can, you know, what you can do? You can take. Hello, this is your mood. This is actually. So you say, I can give the example of Krishna's Bhagavan. Practical is simple. I can give practical, otherwise you have no scope to go to, you know, Sanatana Goswami, that time, how you know? You watch Siddhartha Goswami Maharaj, you watch Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj. We have seen. И вот в жизни Шилы Пури Госвами Махараджа или Шилы Сиддхартха Госвами Махараджа. И вот у Бабаджи Махараджа служение было, когда он дежурил в комнате Шилы Пури Госвами Махараджа. И вот он, когда дежурил в его комнате, он спал как собака. Но он спал вот под ногами прямо Шилы Пури Махараджа, что когда Пури Махарадж вставал, чтобы сразу же проснуться. Dog is very faithful, so I'm liking like dog. Two or three times minimum. Every time I've seen the mood of Guru Maharaj, after everything over, give water to my winter son. No, give water. И вот Шрила Пури Махарадж, когда ходил в туалет по маленькому, так он
мылся наполовину до пояса, просил побольше на него воды налить. Да, хотя это зимой было, вот такой у меня был высокий уровень этикета. И вот Бабаджи Махарадж видел, когда Гурудев спал, но его язык, он танцевал. Он внешне спал, но его язык повторял цветы имена. И какой это сон был. И постепенно мы должны осознать, какую баджан совершает наша гурварга, а мы где находимся, как, насколько высоки, насколько велики махапуруши и где мы. И мы также должны вот так следовать жизни таких великих личностей. Шридхар Махарадж, когда вот он пел, повторил харинам, он звал Нитай Гурангу, подобно тому, как он тонет и просит Нитай Гурангу спасти его. И вот в тот день, когда мы разовьем непривязанность к нашему телу, то это будет зеленым светом на нашем духовном пути. В тот день, когда у нас появится отвращение к собственному телу, отреченность от него, то это будет зеленым светом на пути баджана. So angry that time, a small boy that I wanted to kick him out, throw him out. So much angry I was there that day. What to do? This kind of system going on everywhere. Who can state the truth? This way, actually, so we are getting this kind of information that Parikshit Maharaj would, мы узнали, что Парикшит Махарадж, он должен был помнить, что ему жить осталось недолго, и в любой момент он может умереть. Шукадев Госвами вначале сказал ему это. Шрила Бхактивинода Тхакур в своей жизни он практически показал, как понять значение всех слог Шикшастаки, которые оставил Шриман Махапрабху. Он написал киртаны, комментарии на все эти слоги, чтобы показать нам настроение Рагануга Бхаджана. Why? With so much guidance you are getting. Yesterday I also told that nothing is more dangerous than. Вчера Махарадж говорил, что нет ничего опаснее, чем следование по ложному пути. So you see this way. И вот смотрите. Why Sukadev Goswami? Почему Шукадев Госвами он сказал так? Он. Он сначала сказал, что нужно думать, что он может умереть в любой момент, иначе без отречения, как можно осознать Бхагават-катху, можно слушать во Вриндаване и еще где-либо. Но Харикатха Гаудиматха очень строга. Я знаю, тысячи людей, они не будут слушать это, но после моей смерти те, кто искренне, они будут слушать. Но у нас нет.
И вот you cannot expect so many people going to hear Haritatha from Prabhupada. They cannot expect. Мы не можем надеяться, что много людей смогут слушать харикатху от Шрилы Прабхупады, поскольку очень его харикатха, она очень высока. И какие-то вот какой-то профессор из Вриндавана, он слушал харикатху Шрилы Прабхупады и потом подошел к нему, чтобы он объяснил более простым языком, поскольку его язык был очень высокий, они не совсем поняли. И вот Шрила Прабхупада сказал, что он сказал, что лучше, если слушатели возвысятся на уровень того, кто говорит харикатху, это лучше, чем лектор, он будет спускаться на уровень слушателя. Но так или иначе, мы часто идем на какой-то компромисс со стандартами Гаудия Матха, но мы должны видеть, стремиться к этому великому стандарту Гаудия Матха, который несравненен, который великолепен, который велик и не подражаем. Шукадев Госвами, почему он говорил так? Шукадев Госвами, он не сахаджи, перед тем, как и вот царь сказал, что и вот и в тот день, и вот, то есть мы должны помнить, что ничто не вечно в этом мире, что мы должны стремиться обрести настоящее, нечто духовное, и не привязываться к материальному. I think I forget, not Tulsidas ji. It is actually written by Surdas, I think. Si Bangsi Vat Kirtan Toho. This is this nice Kirtan. The last time he is requesting, last moment, Prabhu, you must come to me. Last step, that right. The meaning in the meaning is that the last moment when I am going to leave my body, Prabhu, could you please come? I like to see you. И вот Суридас, он молился Господу, чтобы получить его даршан перед своей смертью. Different kind of moods there. If you can go mad, if I present, what kind of exclusive mood should be there? Какое настроение должно быть у нас? Какое чувство, чтобы у нас было влечение к Шри Кришне? Ганга ji ka tatho, Jamuna ka vanshi vatho. Ganga ji ka tatho, Jamuna ka vanshi vatho. Follow this nice kirtan there. The Krishna Samra is standing in. I like to get that kind of moment when I'm going to leave my body. Nice kirtan, but you are not going to digest. And I cannot sing. It's not good, like sorry. So actually, first point I indicate, this kind of detachment is there inside you or not? So how dare you? You like to
И вот чем больше мы прогрессируем на пути Рагануга Бхаджана, тем больше чувствуем свою непригодность к нему. И так чувство смирения, оно разовьется в нас. И таким образом я... И вот Махарадж сейчас будет говорить о Вастахаран-лиле, но мы должны быть осторожны, чтобы никакая кама не появилась в нашем сердце. Мы должны и вот Брама сказал Нараде, что нужно говорить Бхагаватхату таким образом, чтобы у людей было вдохновение совершать служение Кришне, и ни в коем случае, чтобы не возникало никакого разделения в их сердцах. Это слова Брамы Нараде, что нужно говорить о Бхагаватам таким образом, чтобы в нашем сердце возникало желание служения Кришне только. Whom you can call to extinguish your inside fire? Who? Whom you can call? А кто может потушить огонь в нашем сердце? Только чистые преданные. Хануман говорит. Он говорит, откройте мое сердце, и вы увидите только Раму, Ситу и Лакшмана. Nothing is there, no karma. Where is Ram? Where is Rama? There cannot be karma. Hey? How can karma can come? So this kind of, you know, improvement should be there. I like to watch in all of your life. I'm not playing here. И вот и там, где есть Рама, Господь, то там не может быть никакого вожделения. И слушая Харикатху, наше сердце, оно раскроется подобно цветку, чтобы принять этот нектар. Operation. I like to go back to my operation through Bhagavad Katha. So you can remember, I told you that how they are doing this kind of brata. Already I discussed many things about this brata. That brata they are doing, it's one kind of prema vilas. Not that after doing this 1 month brata they are going to get this. They are already enjoying, having tremendous attraction.
вот у этих гопи, маленьких гопи была огромная любовь к Шри Кришне, и они совершали это катание в рату для обретения его в качестве мужа. И вот Чайтанья Махапрабху говорил, что единственная собственность саньяси должна быть Кришна Прима. И каково значение этого титула саньяс? Вот эти слова Махапрабху говорит. Это необычное, уникальное желание совершать Кришна Севу. Оно поможет нам принять саньясу. То есть саньяси он не должен принимать поклонения от других и тем более требовать его от других. И вот Чайтанья Махапрабху говорит, говорит так о саньяси, но сейчас, к сожалению, стандарт саньяси все ниже и ниже становится. И вот у Махараджа одно огорчение в жизни, что он не видит воплощения в жизни тех заветов Шрилы Прабхупады, которые он оставил нам. И вот смотрите, в Раджаваси вот, так говорят о саньясе, и Махапрабху, он тоже говорит, что, что Верховный Господь Паракхилешвар, он в нашем сердце, и у нас должно быть вдохновение служения, к служению Верховному Господу. Even it was made gist by Mahaprabhu's fivefold. Out of that, what Mahaprabhu wanted to speak, Mahaprabhu speaking, ekango sade kimba sade bahu ango. If somebody going to practice one anga perfectly, or somebody can have that kind of power to practice two or three anga. So Mahaprabhu speaking, и вот Махапрабху говорит, что кто-то может совершать какое-то одно составляющее бхакти, или как Амбариш Махарадж все сразу, то мы можем это делать, это от нас зависит. Но что хочет сказать Махапрабху всем этим? Tremendous. Oh, without Harikatha I can die. How I can live? Without prasad I can live. But that day, you can show me you are fasting, hearing Harikatha. Tremendous reaction. Without Harikatha I cannot live. Like Gopikas. Tavakathamritam sapta jivanam kuviviritam kalamasavaham kuviviritam kalamasavaham. Our heart burning because of separation, deep separation, you know, they are feeling. That's why they are crying and speaking that way. You are not crying, that's why you cannot feel that mood. So in this way, you see, Paratmanishtha Masto Ben Guru. Why you have taken sannyas? И почему мы приняли саньясу? Саньяса — это признак огромного влечения
к Верховному Господу, такого непреодолимого желания служения Верховному Господу. И те, у кого есть такое чувство, они достойны принять саньясу. И почему вот Махапрабху говорит Мукунда в этом стихе? Мукунда, значит, это тот, кто может даровать нам прему. Но без премы нет никакого смысла нашей жизни. Без премы нет никакого смысла нашей жизни. И те, кто посвятили свою жизнь Верховному Господу, они могут запросто избавиться от влияния материи и продвигаться дальше. Саньяси — это не значит, что можно пытаться контролировать весь мир, но не себя. Саньяса в начале всего... Саньяса в начале всего значит контроль себя. Это триданда олицетворяет наказание ума, речи и тела, и чувств. То есть мы должны в начале всего научиться контролировать себя. Тело, ум и речь. Мы должны наказывать этим дандой наше тело, ум и речь. И вот если мы сможем обуздать тело, речи, умы, тогда мы достойны, можем принять саньясу. И вот This is their civilization. They are most uncivilized. Swami Maharaj used to say, cats and dogs society. Swami Maharaj used to say, they are all cats and dogs. Еще Бхактивиданта Свами Махарадж называл западную цивилизацию цивилизацией кошек и собак. Swami Maharaj used to say, cats and dogs society. We sadhu, if we want to open this kind of so the cats and dogs, what is the value there? We also want to open one cats and dogs society, like the material people. You are red clothes, sannyasis, brahmacharis. What is the difference between you and, you know, material people? How we can speak? Hard? I have no right to speak this way. Until I am not going to obey all rules and regulations myself. We have no right. So we are ourselves in Mat Mandir going to open cats and dog society. Matajis, they can also read Bhagavatam. Okay, Matajis can. Who is going to follow it? Mataji can act as Acharya, okay? They can act. Who is going to put and rules and regulation to you? You can see Maharaj, don't know the regulation. Yes, I know. You are just equal to the Mataji. Little bit more, I know it. You know, this is the situation.
Thakurani, you know, Gangamata Thakurani, so, you know, so much, you know. But they are not going to think very analytically that we are going to make mistakes. We are arranging the way, we are cleaning the way to hell. We are making our road, cleaning the way, so that very easily we can go to hell. Why should you take trouble to go to hell? There is so much facility, plane and train. You can go very easily. Even without payment to government, you have to book one ticket before you go. Without ticket also you can. Krishna can arrange you. Jogamaya, Mahamaya can arrange. If you like to go, can go. So now I can't like to come back to my operation, major operation, heart operation, it is. Ushashi Uthaya Gatri is a heart operation. It's a heart operation actually. I'm doing actually major heart operation, major. Anytime you can die, at least it's even upon me. I can do operation successfully. Right? So you see, И вот я уже говорил, что по воле Йогамайи. А вот Махарадж возвращается к этой Вастакаран лили, вот эти маленькие гопи, они когда совершали омовение, там поклонялись. И вот последний день, когда они задержались там для последнего омовения после совершения всей враты, то никто туда не пришел. Это случилось все по воле Йогамайи. They wanted to put their dry clothes in this small girl, very 2, 3 years, 4 years. So they are what to think about. They even don't understand what is, you know, usual social behavior. They are going to put their all dry clothes into land, a safe place, and going to, go into the deep water. Salile muda, bijohur salile muda. They are going to. Bijahu Salile Muda, they are going to take bath in Jamuna, very nicely, with full enjoyment. And today, especially I am speaking about the last day, because I already told you every day, you know, Purvavat means? Махарадж сейчас говорит о последнем дне. Когда они, их врата она завершалась уже, и их сердца были очень взволнованы, поскольку был последний день Кришны, и последний день этой враты, и по идее они должны уже обрести Кришну в качестве мужа. И вот они думали, что поскольку они молились Йогамайи, so Krishna must come, because Vidyadevi told is actually very powerful mantra. So we are going to, doing japa, oh, very carefully, with all system, worship, archana, everything, taking bath. So Vasana, see, this way they have been. In the meantime, you should remember all the time. И вот Кришна должен быть, должен прийти. Кришна, он повелитель всего мира, он все вселенные исходит из него, и что же есть невозможного для Кришны? Кришна это Нанданандан Шри Кришна. И хотя он сейчас является лилу такого Нанданандана Шри Кришны, но он в
то же самое время Он создатель и повелитель всех вселенных. И мы должны не забывать, что Он Верховный Господь, что Он являет свою лилу с Враджаваси, но это совсем не то, не похоже на отношения обычных людей. И вот здесь мы должны помнить, что и вот эти Враджа Кумари, они имеют огромную любовь к Шри Кришне, и также в Гите говорится, тот, кто и вот в этой шлоке говорится, что те, кто, у тех, у кого есть огромная любовь к Кришне, то в этом случае Кришна, Он также выражает такую же любовь. И это совершенно, это не какая-то ложная философия. Когда мы, у нас есть огромная любовь к Шри Кришне, то Кришна такую же любовь выражает нам. Такое же чувство, которое есть у нас по отношению к Кришне. И вот и вот Кришна должен пойти на пасти коров, и вот эти и вот гопи должны были совершить абабрит снан, поскольку не приняв омовение после окончания врата, эта врата не считается законченной. И вот они совершили все свои поклонения и опять начали омываться омываться в Ямуне, и они из-за своих чувств к Кришне, они думали, что это Кришна, она, что это Ямуна, она такого же цвета, как и Кришна, и они хотели обнять эту воду Ямуны. И не только это, когда Кришна, Он отправился к ним, то еще смотрите, эти маленькие гопи, они очень громко пели, но это их молитвы и песни, они затронули сердце Кришны, никто не слышал. Они все пели буквально хором, но никто не слышал их песен, кроме Кришны. Но по воле Йогамайи никакие Враджаваси они не слышали о том, что они поют, и также никто не пришел туда, и никто не заметил, что их нет дома. Может, Йогамайя она сотворила каких-то двойников, кто знает. И так получилось. И Кришна, Он чувствовал огромную любовь. К этим гопи, и он думал, что ему нужно идти прямо сейчас. И вот Баладев, он тоже собирался с ними идти, спросил, куда он идет.
И Кришна думал, как же ему отлучиться одному. И он сказал: «О, мой брат, я думаю, ты сегодня болен, лучше отдохни, а я вместе с Шридамом, Судамом и Васудамом пойду пасти коров». И тогда, когда он ушел, Кришна обрадовался, что сегодня у него есть возможность пойти без Баларама. И потом друзья Кришны, им несколько лет было, и вот в Карма Сандарпа Дипике, говорилось, что вот эти гопи, когда они омывались, они были очень малы, около 4 лет, и не, когда омывались, они не, омывались без одежды. А еще Кришна, когда взял друзей вместе с собой, чтобы украсть одежду у этих маленьких гопи, то он взял самых младших этих гопов, которые еще не видят различия между мужчиной и женщиной. И Кришна, and they crying in front of mother, I can go with Krishna. Actually, they don't allow him. They're so small boy. Krishna selected them for this leader. Otherwise, if there is some discrimination, вот, то есть Кришна выбрал самых маленьких этим гопов своих друзей, и вот они пошли все вместе с Ямуной, они обменивались шутками. И вот Кришна, чем ближе подходил к Ямуне, тем больше он хотел встретиться с ним. Но и вот когда он пришел, он захотел спрятаться и посмотреть, что они делают. И когда он увидел, пришел, он увидел, что они были подобны сияющим золотым лотосам. Они омывались в этой Ямуне и воспевали славу Кришны, и были похожи на лотосные цветы. After that, you stand here, I'm coming, under the kalamba tree, then going and taking all the clothes together and bundle it. И вот Кришна пришел, взял всю их одежду, связал, взял в кучу, связал и залез на дерево кадамбы. И Кришна хотел благословить их, но смотрите, Кришна, они поклонялись Йогамай, а не Кришне. Вот они не поклонялись прямо Кришне, а поклонялись Йогамай. И вот смотрите, ну, поскольку это Катай, их цель была Кришна, а это йога Катайни была энергия Шри Кришны. И вот они поклонялись йога Майи, но почему Кришна стремился к ним? Хотя логичнее было бы, чтобы йога Майя, она появилась и организовала их встречу.
Но Кришна, не хотел ждать, и поэтому он сам пошел к ним. I cannot stop, I must go. Ah, let Jogmaya not come, Akartani coming, not coming, that's not the matter. Because anyway, anybody worshipping any demigods is actually... И вот Кришна уже не мог ждать, пока это Катани появится. И поэтому он сам пошел. И где-то вот в каком-то писании говорится, что если кто-то поклоняется какому-то полубогу, то он поклоняется мне, но не прямо, а косвенно. И вот Кришна, он явил свою Мадхурья Виграху, такую Кришну в сладостной форме. Parihasam Ubajaha. Krishna also cannot check laughing. И вот Кришна, он не мог сдержать смеха, когда он забрал их одежду и забрался на дерево. И вот они... И вот они были заняты омовением в Ямуне, они воспевали славу Кришны, что даже не заметили, что Кришна тот, ради которого они совершали аскезы весь месяц, что он пришел и стоит перед ними. И вот Кришна смотрел на них, какая огромная любовь у него к ним. Он думал, что ему нужно было гораздо раньше прийти. И вот Кришна, он... это еще чуть-чуть раньше было, когда Кришна пришел, он еще одежду не забрал, он просто стоял на берегу и смотрел на них. И восхищался их любовью. И когда он увидел, что они его не заметили, он решил подшутить над ними. Он собрал всю их одежду и залез на дерево так, чтобы они его видеть могли, и он их мог видеть. И вот Кришна смотрел на их чувства, что насколько... И вот он уже не мог ждать дальше, он хотел исполнить их желание, но хотел пошутить перед этим. И вот Кришна сверху, сидя на этом дереве Кадамбы, он начал говорить, Кришна, как будто он ничего не знает, и вот он спрашивает их кратко. Некоторые комментаторы очень подробно расписали весь их диалог. Здесь кратко приводится. Sound and gesture, when they at all look at there, somehow they are playing in water. After they somehow they look at there, that place where they keep their garment. Where is garment? They cannot see. They look at. И вот они пришли и смотрят, где их одежда, одежды нет. Они смотрят дальше, смотрят она на дереве Кадамбы. И там Кришна сидел. И Кришна говорит, я пришел, я пас коров здесь, и вот мимо проходил. И,
cowards. But today, from distance, I think, I find that in the there's Kadamba because they are giving birth to different garments, fogs. И вот Кришна говорит, что тут мимо проходил и смотрю на деревне, на дереве висит что-то цветное. Вот залез посмотреть, что там висит. И ну, это их одежда была, и он подумал, что нужно посторожить эту одежду. Вот я сижу, сторожу, чтобы никто не украл, пока вы там омываетесь, и поэтому вы должны отблагодарить меня за охрану вашей одежды. И вот они шутили друг с другом, долгая история это. И после этого Кришна сказал, кто же развесил эти ваши одежды тут, я не знаю, просто сижу и смотрю, а вы так в холодной воде омываетесь, это тяжело, наверное, Картик уже кончился, уже зима практически началась, вода холодная, и вы не должны так страдать. От этой, от холода вы еще какие-то враты совершаете, я думаю, и по милости Йогамая все случилось так, что никакие вражеласи не пришли туда, уже светло было, уже день практически, но они ждали Кришну, и солнце взошло. И, но все же, благодаря Йогамае, никто не заметил, что что-то происходит. И вот Кришна говорит, что чья одежда это, как наша одежда, кто повесил, я не знаю. Ну, хорошо, я помогу вам. Вы говорите, чья одежда, я подам ее. Выходите из воды, и я подам вам одежду. Но они были, хотя были маленькие девочки и всего 4-летнего возраста, но они молились Кришне, чтобы он явился в качестве их мужа, но и вот они были очень. И вот они просили Кришну дать им одежду, он говорил, что не давайте, приходите, а я вам дам одежду, сами подходите. И вот, и вот они смотрели друг на друга и говорили, что не можем выйти, а Кришна говорил, нет, вы выходите по одной из воды, и он даст им соответствующую одежду. Камам сванг сванг васаха паргиятам атра агатто авала авала мин дози санскрит and бенгали. Вот эти слова на санскрите, на бенгале. Авала вот называются те. Авала значит на санскрите называют маленьких девочек, которые так без, не то что буквально мало говорят, то есть они этим словом называются, а сейчас наоборот
происходит, что слишком говорливые, поэтому это качество, оно пропало. И вот смотрите. И вот согласно их желанию, ну вот Кришна, в общем, говорит, что идите, берите вашу одежду. Я не шучу с вами, я серьезен, вы совершаете врату долгое время. Кто с вами будет шутить, идите, берите вашу одежду. И вот говорится, что Кришна, он хотя просил их выйти, но они были очень рады, что Кришна явился перед ними, но боялись выйти. И они думали, что мы должны выйти, не стесняться, поскольку Кришна — это наш муж, но все же какой-то невидимый барьер в виде стыда был перед ними. И вот, но не должно быть никакого барьера на пути нашего Кришна-баджана, если мы любим Кришну всем сердцем, как эти маленькие враджа-гопи, то у нас не должно быть никакого препятствия. И вот это Удав говорит, в Ведах, Пуранах мы ищем пыль с лотосных стоп гопи, и это уникальное служение, которое совершает гопи, оно уникально. Никто не может обрести такую бабу. Говорится, что такое служение могут совершать во всех бесчисленных мирах, только гопи, они открыли это служение. Они оставили все правила и предписания, поскольку правила и предписания не применимы для них. Они нарушают все социальные эти правила, предписания, все. Они ради служения Кришне оставляют все. И если мы обретем такую прему, то тогда все правила и предписания Вихи Марга, они станут незначительны для нас. И где будет этот Вихи Марг? Мы не сможем жить без Кришны. И поэтому эти гопи, они оставляют все эти правила и предписания общества, и все остальные, подобно препятствия на пути служения Кришне. И также это сравнивается с реками, которые текут с гор и смывают все на своем пути. И Самудра, океан, он сравнивается с мужем всех жен, всех рек, и поэтому все реки, они так текут по направлению к океану. И все, что встречается на их пути, они смывают. Yes,
И вот эти реки плывут и впадают все в самудру, в океан, их наивысшей цели. Также мы должны достичь этой наивысшей цели в нашей жизни. И какие-то проблемы, если встречаются на нашем пути, мы должны их преодолевать. И таким образом если в этой жизни, благодаря слушанию Харикатхи, по крайней мере, такое чувство заденет наше сердце будет, оно впечатлиться этим даже не намного, то я думаю, моя миссия в этой жизни, она выполнена. Я исполнил желание Гурваги. И вот Кришна говорит, вы совершали так много аскез, почему бы вам не выйти и не взять свою одежду? И Кришна говорит, я никогда не говорю лжи, разве вы не знаете об этом? И вот я никогда не говорю лжи, почему бы вы не придете и не заберете свою одежду? Вы когда-то помните, чтобы я когда-либо говорил ложь? И вот Кришна говорит, можете поодиночке прийти, либо все вместе, не волнуйтесь. Поскольку им стыдно, и вот они не могут прийти. Then after that, the Devachi Krishna is simply making joke. Krishna no, he is very good. We cannot come out of water. That's all. И вот они говоря, думают, что Кришна, поскольку знает, что мы не можем выйти из воды, поэтому шутит с нами. Но когда Кришна говорит, так они уже. Они очень рады, поскольку цель их, любовь к Кришне, она возрастает все больше и больше, поскольку цель их обетов, она пришла. Кришна явился перед ними. И вот, когда Кришна... They are laughing, they cannot come out, but you do Birita means out of their side. Birita. Lajja, Lajja. They cannot come. Preksho. Only they are looking to Krishna and with some tremendous eyes. И вот они смотрят на Кришну и с глазами полными любви. И Кришна смотрит на них. И вот они так смотрят друг на друга и думают, что делать.
На самом деле, когда Кришна шутил так, И вот они стояли по шее в воде, чтобы Кришна не мог видеть их, и так или иначе. This kind of joking, giving the is one kind of spark of flash. You know, already they are full of love, and this kind of joking is as if one kind of spark of light, like lighter, you know, chak, then fire. This is one kind of sparking. So there is already love, fuel, and also they are joking. So it's one, you know, fire going now. To meet Krishna, embrace Krishna, but still they cannot come, they're feeling shy. Krishna like to give them, offer them chance. Okay, come. Then they are still going into water. И вот Кришна звал их, чтобы они подошли, но они все равно стояли в воде, пошли в воде и говорили Кришне, что нехорошо, что ты не даешь нам одежду. Kritvas Twantu Nando Gopa Sutam Priyam. Through there's a deep inner meaning in this sloka. They want to see you actually Nanda Gopa Kumar Prince. So this kind of joking is not good. On the contrary, they want to speak. You are the son of Nanda Maharaja. И вот они говорили, что ты сын Нанда Махараджа, но Нанда Махарадж из-за своей любви он не воспитал тебя должным образом, поэтому ты ведешь себя так бесстыже. Kritvas Tantu Nanda Gopa Sutam Priyam Janimo Ango Brajaslagam Dehi Basansi Devitaha. We are actually in a second. Out of Prema, also out of winter season. Трясемся от холода и от любви к тебе. И those small girls, they want to go, oh, that is why in whole Braja you are going to get great name and fame. That is why, huh? You have played this way. But they are good. It is called Shlesh Bhakta. Radharani used to speak to Govinda. This way. Money. Speaking heavily, but externally very sweet. It's so very, very nice art of prema. This way you cannot understand. Very deep you have to do bhajan. Not that it's not a matter of joking. Oh, Jani Maho, that is we know. Anga, yeah, Braja Slakyam, Dehi Bhajan Sivita. And that is why you are having so much, you are so famous in this Braja Dham, because you are playing this way. Huh? Is it good for you? You are the son of Nanda Maharaja. How you are playing this way? You have some, you are getting relation to Nanda Maharaja. Is that how you are playing this? И вот они спрашивают: ты сын Нанды Махараджи, но как ты себя ведешь таким образом? Three or four procedures.
И вот они пытались с помощью вот этих четырех процедур как-то Кришну уговорить. Они торговали с ним что-то. И вот сначала гопи, они Тадева сокарнава сосанам нивам, жадуттама сропаджасо анубийасти. Ванча калпатру сики пасин бэрша, пачитанам павна бхавишна бьёг намо. Any question? No? No question can come, I am giving so clearly answer. Yes. This Muni and Risha was the head Prema and what Prema give Lord Chaitanya Mahaprabhu and his Nityananda Prabhu is different. What? Actually the Prema what have the Muni and Risha and Muni and Rishi maybe, but they are actually totally and are getting full benediction. Full benediction they are getting, you should remember. So, that way they are praying, that their prayer was there like Nanda Gopasudha. That time also, they wanted to get Ramchandra, their husband, they like to send mood. But here are special cases there, that here they are coming in the form of Brajagopis and Kumarikas. There are some overflowing love also may come, because it's quite natural. They're in contact with Bhajadam. Вот вопросы Према, она та же самая, которая была у тех риши в Дандакаране, и сейчас, когда они встретились непосредственно с Кришной, но смотрите, они в этом случае уже были во Вриндаване, они жили в Драме, они поклонялись этой Катайне, общались с Туласи, и смотрите, та према, которая хочет дать нам Шриман Махапрабху, она уникальна. Если Махарадж будет говорить об этом, это займет много времени, а эта према, она ничем не меньше, чем та, которая у гопи. Where the maximum possibility of disturbance. Hello, who am I to discuss? If Prabhupada and Guru Varga allow me someday. First of all, let us discuss Gita. I can get basic platform on which we can stand. Nobody can throw me out into Maya. At least on Gita platform we can stand. Hello. So Chaitanya Mahaprabhu wanted to do that. They are also gopi. They are too, I can discuss tomorrow. They are married gopi. And they are unmarried gopi, both. I can discuss tomorrow. So you want to put question before that, you should think what all I am discussing all scientific. Follow scientific. You should think. Maharaj also Srila Bhakti Rakshak Srila Goswami said one time that the preachers, they are like those, if there's one fire. Then what preacher? Yeah, preacher. Preacher I already discussed. Those who are preacher. They should go with all restriction, with vidimar. No, it is written, I can show you. I just want to without vidimar, you cannot go for preaching. Preaching this means not itself. Ragamarga vajan preaching not, with mudder. It is written. No, what he said was, I just wanted to say this, that he said you should. They should not be scared. If you want to save someone from the fire, then maybe you also become a little bit black.
Because he's, and there he said you maybe you have to go on places which are not so clean, because you said in the beginning maybe preachers they are going to hot. He said, I know. Someday I can discuss this point. But first of all, those who are preacher, their quality should be. И вот те, кто проповедуют, они должны быть достойными, может, они не столь возвышены, все же должен быть кто-то, кто может спасти их от опасности. Поскольку разные опасности могут быть, но они должны быть способны восстановиться после попадания в какую-либо опасную ситуацию, как, например, Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он был в доме какого-то такого благожелателя, и вот у нее была одна ученица, она мне лично рассказывала. Вот ей около 55 лет было, она была очень полная, из Америки. Вот она приезжала в Индию, вот Бабаджи Махарадж рассказывала о том, что было во время Шрилы Бхактивиданты Свами Махараджа. И вот иногда она на меня спрашивала что-то, я отвечал, и так вот обменивались опытом. И вот она рассказывала, что было однажды случай с Шрилой Свами Махараджем. Вот. Она говорит, что я видела своего Гурудева, как он проповедовал, это было достаточно тяжело. Но его сердце, оно было привлечено Кришной. А другие люди, обычные люди, как они могут проповедовать? И вот она рассказывает, что в каком-то городе, ну, не столь важно. И вот какой-то благожелатель пригласил Шрилу Бхактивиданта Свами Махараджа в свой дом. У него какая-то была маленькая вера, такая незрелая. И вот все мы пошли, и Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж говорил с ним, и вот там они угощали фруктами преданных. И вот эта женщина, она там ходила вокруг да около в том доме. И вот возраст у нее был тогда меньше, она, в общем, ходила там по дому, и вот случайно открыла холодильник, и смотрит, там лук с чесноком лежали. И вот она пошла к Гурудеву Шриле Свами Махараджу, поклонилась и сказала, что видела в доме этого человека, вот откуда они фрукты достали, там лук с чесноком лежали. И Свами Махарадж сказал, что так, ты молчи и ешь фрукты, я с вами. И вот это особый случай. Смотрите, Шрила Свами Махарадж мог защитить их в случае чего. А эта женщина, она сама мне рассказывала лично, что вот нашла в холодильнике, она увидела этот лук с чесноком и сказала Свами Махараджу, сказала об этом, он сказал, что не беспокойтесь, ешьте фрукты, я спасу вас, потом запить гангой. Это шутка такая, что запить гангой, чтобы очиститься. И вот Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он также занимал женщин в проповеди. И вообще всех занимал он в проповеди. И вот он посылал преданных, чтобы они шли и проповедовали. Но мы не можем так делать, поскольку у Шрилы Бхактивиданта Свами Махараджа особые качества. Он был очень могуществен. Если он может посылать женщин на проповедь, это не значит, что мы можем. Он был очень умен. И он знал, как все занимать для служения Кришне, но далеко не все могут так делать. Это его случай, он уникален. That was one kind of my preaching tactics. Actually, I love all my god brothers, but they publish it.
I have no protest, I love everybody, I have no objection. There's one question. You mentioned about the women preaching. So еще вопрос вот насчет женщин в проповеди. Могут они проповедовать, но саньясы почему нельзя принимать? И вот эта особая техника Свами Махараджа занимает женщин в проповеди. В то время другая ситуация была, и люди не были так низки. Но что, что делал Шрила Свами Махарадж, это другое. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он никогда такого не делал. И вот матаджи, они могут проповедовать, если у них есть качество харикиртан, они могут совершать. Но мы никогда не слышали от Гуруаги, что они могут находиться на Вьясасане, и шастр таких свидетельств нету. Они могут слышать Бхагаватам, поскольку в Бхагаватам говорится, что те Бхагаватам как раз говорится, что Бхагават Махапрана явился, чтобы женщины, дети и прочие, кто не могут изучать Веду и Панишады, они могли слушать Шримад Бхагаватам и обрести благо. И вот есть слоку Бхагаватам как раз насчет этого в первой песне где-то.